Секундочку, видео скоро начнется по теме. Я же хочу вас предупредить, что на комментарии я отвечаю крайне редко, потому что каналов много, а я один не успеваю. Если вдруг у вас возникнут вопросы при просмотре этого видео, пожалуйста, в описании видео и в закрепленном комментарии есть ссылочки на телеграм-чат и телеграм-канал СВ. Подписывайтесь, задавайте там вопросы, и вы оперативно получите на них ответ. Спасибо. А теперь привет. Ребяточки, всем привет, вы на канале SmartWatch. Значит, что, живем мы в России, допустим, или вы там живете, не знаю, на Донбассе или в Луганске. Соответственно, Play Market для нас, как для пользователей вот таких вот часов, Galaxy Watch Ultra, там 7, 6, 5, 4, закрыт, естественно. В Play Market мы с вами ничего даже при самом лучшем сценарии купить не можем. Надо очень много сделать всяких вещей или переплатить для того, чтобы там что-то купить. Поэтому, по этому случаю, у нас есть, слава богу, Wildberries цифровой. Вот такое вот приложение. Ссылочка будет на него в описании видео. Там будет одна ссылка в описании видео. Для того, чтобы вы пошли, скачали цифровой Wildberries и, соответственно, все, что там нужно, там будет. Пройдите по ней, пожалуйста. Далее, что мы с вами делаем? А с вами мы, допустим, вбиваем Wear OS. Вот вбили Wear OS и смотрим. Всплыло у нас несколько приложений. Вот. Допустим, приложение для измерения температуры, которое работает на Galaxy Watch Ultra Watch 6, 7, 5 и 4. Нет, 4 не работает, 5 работает. Так. И нам хочется его купить. Цена его 200 рубликов. Мы с вами что делаем? Добавляем его в корзину. Переходим в корзиночку. Вот оно. Купить. Естественно, в самом приложении вы уже привязываете карту. Либо хотите привязывать кошелек Wildberries, то его пополняете. Либо привязываете через СБП и оплачиваете. Не суть. Суть в том, что вот так вы делаете. Дальше, смотрите. Оплатить. Мы с вами оплачиваем данный товар. Покупка успешно совершена. Переходим к покупочке. Когда покупка наша с вами прошла, вот она написана, NEF, новая покупочка. Новая, абсолютно. Мы с вами, значит, открываем. Здесь у нас есть ссылочка. Первая ссылочка это на АПК, который мы купили. Вторая ссылочка это на инструкцию, как это АПК установить на наши часы. Электронную почту, которую вы указали при регистрации, вы получаете вот такой цифровой ключ. Приходит уведомление, здесь вы можете скачать сразу же данное приложение, да, APK-файл. А вот по этой инструкции его установить. Если это будет какое-то приложение с какими-то с особенными свойствами для себя, здесь также будет инструкция, как его активировать, или установить, или настроить. Ну, короче, вся подробная информация будет. В частности, Galaxy Watch Ultra. Watch 7, 6 и 5. Это приложение подойдет. Нажали на ссылочку. Скопировано в буфер обмена. Все. Нам что надо с вами сделать? В буфер обмена скопировано. Мы с вами открываем любой, в частности, браузер. Вводим эту ссылочку сюда и нажимаем перейти. Все. Вот она, наша с вами приложуха. Мы нажимаем на то, чтобы ее скачать. Загрузить? Да, загрузить. Все загрузили, а далее уже мы с вами действуем вот по этой инструкции. Неважно, циферблат это или приложение, скачивается и устанавливается все одинаково. Так что проходите, скачивайте, покупайте и пользуйтесь. Я вам немножко покажу, как работает данное приложение, допустим, которое я вам продемонстрировал. Вот оно. Нажали. Оно измеряет температуру кожи, в частности, на запястье. Подписывайтесь.